Второй день губернаторской елки в спорткомплексе «Виктория» прошел ярко, феерично и по-новогоднему позитивно. За сказочным представлением в огромном зрительном зале следили более 1000 ребят. Это лучшие представители учащейся молодежи, которые приехали со всех уголков Брещины. Спортсмены, активисты, отличники. Они по праву заслужили этот праздник своим трудом и талантами. У меня очень много достижений в области туризма. Я являюсь победителем республиканских соревнований по туризму. Еще я очень люблю музыку. Увлекаюсь гитарой, играю на гитаре, еще играю на фортепиано. Я очень активная, везде в разных конкурсах участвовала. В квизе октябрьском я заняла первое место, но в этом году мы заняли четвертое. Губернатором Брестской области это впервые принято такое решение, что именно елка от имени председателя Брестского областного исполнительного комитета Юрия Витальевича Шулейко прошла именно в спорткомплексе «Виктория». Почему? Это для того, чтобы максимально смогли вместиться количество деток из разных регионов Брестской области. Пройдет через эту новогоднюю акцию порядка 3000 деток. А в целом по всей нашей области пройдет и будут уделено внимание 220 тысяч наших деток. Но для организаторов благотворительной акции «Наши дети» не менее важно, чтобы новогоднее настроение, яркие впечатления и подарки унесли с собой и приглашенные на представление ребята из многодетных семей, интернатов и домов семейного типа. В Брестском облисполкоме приложили все усилия, чтобы в эти дни провести для детей как можно больше праздничных мероприятий. 15 декабря дан старт губернатором Брестской области акции благотворительной новогодней «Наши дети». И данная акция пройдет по 15 января 2023 года. В рамках данного этого времени пройдет множество различного формата новогодних праздников. К примеру, 20-21 числа проходит в спорткомплексе «Виктория» губернаторская елка, где участвуют 3000 деток. 22 числа в Центре молодежного творчества также пройдет новогоднее представление для деток с особенностями в развитии. Будет 220 деток, также приедут с разных регионов Брестской области, также примут участие и обязательно получат подарки. Также 23 декабря пройдет областной рождественский новогодний бал с участием губернатора Брестской области, где будут представлены наши одаренные детки Брестской области. Ну и, конечно, хочется поздравить всех с наступающим Новым годом, и чтобы у наших деток, которые они загадают желание в бой курантов, исполнились обязательно их самые заветные желания. Цель акции «Наши дети», чтобы ни один ребенок не остался без поздравлений, тепла и внимания в эти дни, почувствовал заботу и получил новогодние подарки. Ведь главный девиз акции – чужих детей не бывает.